История о судьбах людей и свободе. Команда Первого Приднестровского телеканала приступила к съемкам нового документального фильма. Посвящен он будет событиям 92-го года. Идея создания картины появилась на съемочной площадке другой работы «Последние свидетели войны». На экраны фильм вышел 9 мая. Непростые истории, судьбы. В эфир нашего телеканала фильм «Последние свидетели войны» вышел 9 мая, в День Победы. Строилась картина на воспоминаниях тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Вот так происходили съемки. Чуть-чуть ниже. В процессе этой совместной работы съемочной группы Первого Приднестровского и стрелкового клуба «Атака» родилась еще одна идея. Ребята нам помогли, потому что у них была такая огромная база, то есть одежды, и как-то в процессе разговора возникла идея сделать также фильм о 92-м, о вооруженном конфликте в Приднестровье. Вот сейчас над этим работаем, пишем сценарий и... Опять же, обращаемся ко всем жителям, если вы хотите рассказать о себе или о своих родственниках, то есть о людях, которых коснулась та страшная война, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы открыты и ждем ваших писем и ваших звонков. Битва за Бендеры, захват военной базы 14-й армии в Качиерах и многие другие события той тяжелой и страшной войны – все это сейчас части сценария. Писать его помогают историки. Мы сейчас планируем несколько реконструкций, также принять участие в съемках фильма. И, конечно же, хотелось обратиться к жителям Приднестровья, у которых есть какая-то аутентичная форма, предметы того времени, военные какие-то вещи, каски, формы, противогазы, все, что может быть понадобится для более правдоподобной и качественной съемки. Чтобы как можно полнее показать и рассказать историю становления республики, нужна ваша помощь. Мы ждем заявок. Звонить можно по номеру 0778-33513, 0779-98877.